이것 통보고 저기 희가 위산에서 그래야 해서 쉬고 독특한 거 봐봐 이렇게 나서 거기 도착 그래서 내가 흑수산 희가 신부가 하여 신부가 아살람 알라이쿰 와 라흐마툴라히 와 바라카투 انجل نجوك حينيك اللي خايسي مغاد نجل الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые гости, уважаемые алимы, я приветствую вас всех. Мне отрадно, я даже не знаю, чем радоваться той радостью, которую здесь я действительно получил пользу. Много очень пользы я получил, присутствуя здесь. От многих моментов для себя я сделал это назиданием. Или приветствовать, разделить радость у адвентистов, который вот такой радостный день. Алхамдулилля, я много думал. Мне задавали иногда вопросы тоже. Один из вопросов таких был вопрос, кто самый счастливый человек? Ну, варианты, ответы разные были. Самый из таких популярных ответов, самый счастливый человек, это который с Аллахом бывает. Но другой сказал, самый счастливый человек, это с которым Аллах с ним бывает. Но по практике, если мы возьмем, жизнь, она многозначная, многогранная. Самым счастливым человеком, которого достигает до двух этих уровней, с Аллахом быть или с которым Аллах бывает, я думаю, самый счастливый человек – это тот человек, у которого есть наставник, алим, который он может спрашивать. Я считаю себя самым счастливым человеком, потому что, алхамдулилля, у меня есть лучше меня, достойнее меня, знающие меня, 10 алимов. Вот все они, которые здесь присутствуют, они лучше меня, и я могу у любого... Когда среди вас, наверное, есть такие, которые курят, есть такие, которые пьют, есть, которые женщины тоже, наверное, нас слушают. Когда они приезжают в город, когда они хотят какое-то скверное вещь делать, грех, вспомните этот маджлис, вспомните этого человека вашего, который прославил ваше село Годобери на весь Дагестан, и как он его прославил, проведя ночи, оставив сон, этот человек прославил ваше село, и вы своим этим плохими деяниями, человек, который курит, человек, который пьет, когда берете сигарету, вспомните этот день, сколько алимов сегодня в ваше село приехал. Хотя бы тогда имейте совесть вот этими деяниями, чтобы вы не опозорили ваше село, которое получило такое достояние. Хитаб для тех женщин, девушек, которые будут городах, чтобы они не опозорили честь этого человека, честь вашего односельчанина и Мустафа, шейха Мустафа и шейха Ахмада, и честь этих алимов, которые, уважая ваше село, уважая вашего алима, сюда пришли. Это мое обращение каждому человеку, когда он будет совершать этот грех. Вспомните это. И хотел бы сделать наставление для мутаалимов, читающих. Мутаалимов у нас очень много, Савлени Годобери, очень много мутаалимов у нас обучается. Пусть Всевышний Аллах сделает их наследниками Ахмад Хаджи. Пусть они приравниваются, пусть хотя бы один человек из вашего села станет тем человеком, который может его заменить, его уроки, и передать это знание другим людям. Я благодарен всем здесь присутствующим гостям, которые из Чечни приехали, и другой национальности здесь присутствует, и даргинцы, и кумыки, и чеченцы. Вот такие маджлисы нас объединяют. Пусть Всевышний Аллах сделает наше это маджлис благодатным, и пусть Всевышний Аллах даст нам судный день, чтобы собраться всем с нашим пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи ва саллям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.